Значит, под тем роликом, где я донатил себе на эмоджи, вообще правильно, эмоджи, потому что эмоджи это тупой перевод, на самом деле, у Supercell, я потом узнал это. Ну, в общем, неважно, короче, на вот эти, вот эту стикеры, смайлы, как хотите их называйте, у меня она уже куплена, в магазине нет этого спецпака, но я сейчас попытаюсь с монтажом что-то намудрить и прошлый ролик вставить, чтобы вы поняли, что сегодня будет за розыгрыш. Значит, под прошлым роликом, где я покупал эти эмоджи, я сказал, что я, в принципе, могу сделать конкурс, не особо хочу это делать, но, в принципе, могу, если увижу, что вы этого хотите, если соберете 15 тысяч лайков. 15 тысяч лайков не собралось, но собралось 11. Слушайте, ну это много, поэтому я это засчитываю. И огромное вам спасибо за такое количество лайков. Надеюсь, этот ролик соберет не меньше, потому что это ролик и есть конкурс. Сегодня мы будем разыгрывать эти эмоджи, неважно, вы, думаю, поняли. Значит, победитель получит 100% легендарку. Дальше получит токен для обмена легендарки, получит 100 тысяч золота и получит этих прикольных колдунов. Они реально очень забавные, интересные, и это одни из лучших эмодзи. Вот, все, что нужно сделать, это подписаться на канал, на Инстаграм и репостнуть эту запись. Все легко. Ай, забыл добавить меня, друзья, ВКонтакте. Это изи-пизи, все делается. Еще раз, внимательно. Подписаться на мой канал, подписаться на мой Инстаграм. Если вас нету в Инстаграме, зарегайтесь, там 30 секунд делов. Подписаться на Инстаграм. Есть такое слово «делово»? Добавить меня, друзья, ВКонтакте обязательно и репостнуть. В описании все ссылочки. Будет три победителя. Победителя выберем завтра, 6 числа, потому что, по-моему, акция заканчивается именно завтра, да? Ну, короче, один день будет конкурс, завтра, не знаю, либо на стриме выберу, либо утром. Я еще узнаю, когда точно заканчивается этот розыгрыш, а может он заканчивается вообще в понедельник. Просто у меня его нету, я забыл, когда он заканчивается. Но, тем не менее, я думаю, до завтра я в любом случае успею определить победителей. Участвуйте, трех счастливчиков. Плюс я всем задоначу, естественно, на эти спецпаки прямо на видос. Вы попадете ко мне в ролик. Короче, вот такие вот условия. Подписаться на канал, на Инстаграм, добавить друзья и репостнуть, и все. И вы получаете такие вот прикольные плюшечки. Но, естественно, не все, а три рандомных счастливчика. Поэтому участвуйте, ребята, для вас. И спасибо вам за 11 тысяч лайков на том видосе. Реально, я не ожидал. Я думал, вы даже там 5к не соберете. Вот. Ну и чтобы не был такой коротенький видосик, чтобы не пропадать контенту, go, проведу какие-то онлайн-каточки с какой-то новой колоды. Давайте вот пятую колоду. Возьмем абсолютно практически рандомную деку в TV-рояле и попробую с ней затащить. Ну давайте вот посмотрим, что тут у нас есть, что нам предлагает TV-рояль. Кстати, я давно сюда не заглядывал, с тех пор, когда не записал. Я об этом сообщу позже. С тех пор, когда записывал про TV-рояль ролик, у меня же скоро рубрика моя новая. Я просто хочу вам реквизиты скинуть, куда вы должны будете скидывать видосики свои и повторчики. Возьму голема, блин, не знаю, ничего такого интересного тут нету. Бритспам, лава, коргик, мортира, три мушкета. Ну все, что из этого всего, мне, конечно, понравился голем. Поехали, я с пушечкой. На самом деле, так перестал играть, что-то не заходило у меня с ней. Давайте проверим сейчас как раз заодно, работает ли еще колода пушка плюс голем или нет. В глобале тоже не играл несколько дней, вот такой вот перерывчик у меня был. Я думаю, что сегодня мы это наверстаем. Вот, так, ладно. Спускаем ночную ведьму на гиганта. Думаю, что можно еще пушечку закинуть. Вот, ой-ой-ой, там у меня мини-пека ломится с комнаты. Я же когда видосики записываю, прошу, чтобы с комнаты никто не выходил. Вот у него сейчас... Слышите? Блин, обидно, что дракон выжил, и он сейчас будет, блин, до хера урона наносить. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Ё-моё, у него еще мини-пека есть. А, это же гигант, это же... Стоп, гигант. Странный гигант какой-то. С дракончиком, это достаточно забавно. Опа, пушечку пропустил соперник. Шикарно, все. Можешь даже не рыпаться. Сука, запнул. Но если бы не зап, я думаю, снесли бы вышку. Да мы и так до хера урона нанесли. До хера урона. Ладно, так, он мне ноль, абсолютно ноль. Ну давайте дракона сольем, чтобы просто так эликсир не простаивался. Сливаем дракошку. Соперник, давай действуй, потому что я не люблю, когда у меня фуловый элик и ничего не происходит. Мне кажется, что соперник отдает нам три короны, но это мне всего лишь кажется. Ладно, запускаем пушку.
Чё? Принц вперед пойдет, да? Так это же даже нам на руку. Давайте здесь ставить ведьму. Минус... Та все, минус гигант и минус... Жаль, я не могу подкинуть голема. И минус темный принц. Так, ладно, остается 700 здоровья на вышке у соперника. Я вот думаю, знаете что, может типа забить 700 хп, потом добьем. Вот, но хрен знает, наверное, надо добивать. Или не надо, блин, не знаю. Нет, не будем, видите, что... ему не нравится то, что я так много здоровья нанес, и он, видите, паникует и подбрасывает все подряд. Ладно, короче, ставлю голема на левую сторону. Я угадал. Тычку. Офигеть, тычки не было. Пропускаем, короче, сучка какая. Торнадо, блин, конечно, было не в тему. Блин, да офигеть, и ведьма сдохла, и пушка сейчас сдохнет, если... Нет, темный принц не достал. 100 хп осталось. Так, друзья, нам надо еще правую вышку добить, поэтому давайте не будем пылить. Закидываем дракона и закидываем голема, потому что у него торнадо, он может мне не дать еще добить вышку. Так, и здесь давайте позен использовать, потому что, ну блин, все-таки опасно. 100 хп ему осталось у меня добить, а мне еще дохерище. Блин, хотя бы тычку голем сделай. Тычку, найс, все, фух, добили вышку. Я уже начал волноваться, что не успею. Так, ладно, здесь давайте пушку на колесах. Так, здесь дракончика. Фак, что-то, блин, сейчас много урона я пропускаю. Так. Я думаю, что сюда голема надо воткнуть нам срочно. Срочно голем. Так, пушечка. О, он сравнял, отлично, он выровнял мне, короче, траекторию моего голема, поэтому закидываем еще туда дракона. Сука, фаер, блин, все мне испортил, блин, всю малину. Еще дракона нечем контрить. Ладно, сливаем пушку. Блин, надо что-то делать. Куда, сколько урона? Дракон, понимаете, ничем не контролировался. Ну, то есть, я имею в виду, не контрился. Поэтому до хера урона нанес. Бля, я проигрываю, пацаны, вообще пипец. Вообще пипец просто. Ставим голема. Ну, он сейчас только сольет там, я не знаю. Так, здесь ночная ведьма. Так, пока... Опа, гигант пошел, окей. Здесь мегаминьон. Мегаминьон. Здесь бревно. Ой-о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 й. Так, оттягиваем. Нам 0 урона надо пропускать, тихо. Отлично, я выиграл, шикарно, в конце просто так по красоте все было. Фух, мне кажется, сопернику нужно было меня давить. Давить, не надо было дефать ему голема, смысла от этого никакого, как видим. А, слушайте, так напряжненько, я думал, типа, несколько дней не играл, будет легко, все топы продвинутся, было тяжело. Давайте последнюю каточку, мне кажется, или у меня слишком желтый оттенок. Давайте прямо сейчас исправим это, прям слишком желтый, вот так вот получше, вот так вот, чуть-чуть, да? Чуть-чуть, хотя тоже желтизну немножко отдает, но это я немножко настроил баланс белого, то мне кажется, я всегда такой бледный. Вот, но это из-за плохого освещения, я в скором времени хочу докупить, может, софтбоксы, я не знаю, софтбоксы, какое сложное название. Ну, добавить немножко освещения, потому что мне кажется, не хватает. Вот, напишите в комментариях, как вам качество вообще моих роликов, что вы бы хотели изменить, может быть, просто я редко об этом спрашиваю и редко заморачиваюсь, вот, ну и воспользуюсь моментом, коль мы заговорили про качество контента и каких-то изменений, ребят, в скором времени добавятся несколько новых рубрик на постоянной основе, вам они должны понравиться, надеюсь на это. Так, дракончик давай добивай. И найс. И бревно, пушка, живи, родная. Отлично, как же я все вовремя делаю, блин. Красавчик. Сам себя похвалил. Ну, реально вовремя, бревно, если бы не бревно, я бы вообще урона не нанес. Благодаря бревну. Так, мегамуху пропускаем. Если лава будет с этой же стороны, туда же ставим голема. Ждем. Ждем. Лава с другой, отлично. Поехали. Так, ну, закидываем ночную ведьму. Было бы, конечно, идеально, если бы выиграл. Но с големом, слушайте, с големом все равно я вот уже привык играть. И большинство колод с големом контрю, выигрываю. Так. Так. Ну, давайте мегамуху сольем.
На лаву дальше дракончика, на миньончиков, надеюсь. Да, шикарно, шикарно. Вау, его мега миньон не согрелся сразу на дракона. Поэтому сейчас приоритет. А, нет, не приоритет. Ладно, закидываем так. И... О, отлично, шикарно. Ой, как херовое бревно. Я просто думал, что оно полностью уничтожает надгробие. Но, тем не менее, мы снова сносим вышку. Он снова меняет сторону, окей. Ну, я, скорее всего, здесь выиграл. Да легко, легко. Он еще даже шарик не сливал. У меня торнадо, у меня много контры для него. Так, ну что, сейчас будет, наверное... Сейчас, кстати, если он не будет контрить пушку, я смогу его на 3 короны вывести. Спокойно причем. 1400 хп осталось. Я даже торнадо не буду использовать. Шарик должен так сдохнуть. Вот, должен. Должен — это ключевое слово. Вот. Так, здесь мега миньон. Здесь ночная ведьма. Здесь дракон. Сука, вот эти щенки, они сдохнут сегодня, нет? Отлично, все, мы сломали ему вышку. И это победа. В общем, друзья, все-таки еще не потеряла форму. С Галеевым еще могу играть. Хотя, опять же, нужно больше проводить онлайн-каток. Потому что в этом сезоне я хочу взять 600. Вот такой вот получился ролик. На самом деле, плохо, что я не задонатил прямо на видос эти эмодзи, потому что так бы было, ну, больше по теме ролика, да. Но условие было таковым: если тот ролик соберет 15 лайков, ну, он хоть не собрал, то я сделаю видос, где я запущу конкурс. Вот этот видос и был такой. Участвуйте в конкурсе, условия я продублирую еще в описании. Спасибо вам за просмотр, жду вас сегодня на стриме. Всем, ребята, удачи и всем, ребята, пока. Скоро увидимся.